Как носить сари, с чем едят пури и от чего лечит аюрведа? Уже завтра вечером можно будет не только найти ответы на все эти вопросы, но и испытать все это на себе. В клубе «Чаплин» стартует первый открытый фестиваль ведической культуры «Галока Фест». Подобные фестивали уже проводились в Москве и Санкт-Петербурге. Но вот за Уралом, в Сибири, Галока Фест – настоящее событие. Уже сейчас в Чаплин-клубе идет активная подготовка. Украшаются залы и оттачиваются до автоматизма сложные танцевальные па. Фестиваль обещает быть масштабным и развернется сразу на двух площадках. Начать погружаться в древнейшую культуру на Земле, а индийские веды, как известно, насчитывают более 5000 лет истории, можно будет уже с порога. На входе всех желающих будут переодевать в традиционные наряды сари и дхоти. Гости фестиваля смогут познакомиться с аюрведическими приемами оздоровления, научиться печь индийские лепешки, пури, а также испытать на себе мехенди и гапидоты – древнейшее искусство тату-макияжа. Карнавальная феерия продолжится выступлением хатха-йогов, красочным огненным шоу и танцами под звуки индийских барабанов мариданг. Ну а в конце карнавала всех посетителей ждут подарки и традиционный вегетарианский пир. Мы хотим донести мысль о том, что человек может быть радостен в своей жизни, получать позитивные эмоции. Собственно, это название нашего фестиваля – Голока. Го – это значит позитивные эмоции, чувства. Лок – это пространство. Вот. Мы хотим здесь смоделировать пространство, в котором человек может получить этот позитив, духовный позитив. Вот. И дальше унести с собой домой. Напомню, что фестиваль «Галока Фест» откроется завтра в 5 часов вечера в клубе «Чаплин». Вход свободный. А вот чем себя занять на следующей неделе, об этом поговорим прямо сейчас.